Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний, проявляющееся в деформации стопы за счет понижения ее свода и нарушающее функции всего опорно-двигательного аппарата, снижающее переносимость физических нагрузок, а значит и работоспособность. На начальных стадиях, как правило, удается остановить развитие заболевания с помощью подбора индивидуальных стелек и различных вкладышей для пальцев с обязательным укреплением подошвенных мышц, связок голеностопного сустава с помощью упражнений. Предлагаемый комплекс упражнений можно использовать как для профилактики, так и для лечения на начальной стадии заболевания. Ноги на ширине ступни, стопы параллельны, руки в произвольном положении. Подняться на носках со статической задержкой в 5 секунд. Вернуться в исходное положение. Ноги вместе, руки на поясе, большие пальцы в сторону поясницы. Ходьба, поджав пальцы ног. Ходьба, поджав пальцы ног на наружном своде стопы. Ходьба на полной стопе. Закончили. Ходьба на носках. Ходьба на носках с полусогнутыми коленями. Ходьба на носках с высоким подниманием колена. Закончили упражнение. Ходьба на наружных сводах стопы. Ходьба на внутренних сводах стопы. Закончили. Ноги вместе, руки на поясе, большие пальцы в сторону поясницы. Подскоки на двух ногах. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На двух. Раз, два, три, четыре. Ноги на ширине плеч, стопы параллельны, руки опущены. Присесть, руки вперед. Встать, руки вдоль туловища. Стараться не сдвигать стопы и не соединять колени. Раз, два, три, четыре. Свести и развести носки, не сдвигая пяток. Раз, два, три, четыре. Ноги вместе, руки на поясе, большие пальцы в сторону поясницы, перед любой палкой. Встать на палку передней части стопы и, перенеся центр тяжести, опуститься на пол. Раз, два, три, четыре. Повторить другой ногой. Раз, два, три, четыре. Ноги вместе, руки в стороны, на уровне плеч. Передняя часть стопы и пальцы обеих ног на палке. Поднять пятки обеих ног как можно выше, задержаться в статическом положении. Вернуться в исходное положение. Эти упражнения рекомендуется выполнять по 15-20 раз каждое и лучше с утра, пока мышцы ног отдохнувшие. Чередуйте работу с отдыхом и будьте здоровы!